Еще недавно эти обвалившиеся куски штукатурки были причиной волнения жителей заводской 16. Сегодня, благодаря слаженным действиям администрации Ленинского района и сотрудников управляющей компании, здесь начались работы по устранению ситуации. Предположительно, аварийная ситуация в доме 1956 года постройки произошла по причине попадания в мелкие трещины воды. В жилом фонде с таким сроком эксплуатации подобные вещи не редкость. Для безопасности жителей участок огородили предупреждающей лентой, после чего здесь появилась специальная техника. Сейчас рабочие уже сняли слой штукатурки и приступили к восстановлению стен. Здесь будет обшиваться сеткой, набиваться штукатурным слоем, ну и, соответственно, потом покраска, то есть приведется в тот вид, который был изначально. Некоторые жители 16-го дома изменения внешнего облика входной группы даже не заметили, а узнав о ремонте, очень обрадовались. Дом-то 56-го года, так что хорошо, что хоть что-то делается. Спасибо им. Что можно сказать? Хорошо, нормальная работа. Не могу ничего сказать. Конечно. Что, хорошая у вас управляющая компания? Да. Не собираетесь менять? Нет, не будем. Все работы планируется завершить в течение 2 дней. Сотрудники управляющей компании делают все, чтобы местным жителям ремонт не доставил хлопот, а результат принес максимум положительных эмоций. Дабы сократить количество подобных непредвиденных ситуаций, представители ЖКХ в ежедневном режиме следят за общим состоянием домов и при необходимости устраняют поломки. Хорошим подспорьем в работе служат активные жители, которые сообщают управляющей компании о проблемах в своем доме. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.